В Резенах строительство газопровода и подключение к нему десятков домовладений обошлось поставщику в 500 тысяч леев. Мы завершили запланированный на 2020 год проект по подключению к газопроводу этого микрорайона в селе Резина Еловенского района. Всего мы подключили 43 домовладения. В следующем году эти работы будут продолжены. В нашем инвестиционном плане запланировано строительство 1,5 километров газопровода и подключение 55 домовладений. Продолжат работы и в 2022 году. В очереди на подключение еще 60 домовладений, и компания «Еловеньгаз» планирует завершить все работы в намеченные сроки. Конечно, проблема пользоваться баллонами со сжатым газом. Другого выбора у нас просто не было. Сейчас, конечно, условия у нас улучшились. Тем более у домохозяек, которые проводят немало времени перед плитой и заготовкой. Будет легче, безусловно. Этот газ лучше, качественнее, как будто и тепла больше выделяется. Газ из баллона как будто не грел вообще, как холодное пламя. Параллельно газификация отдаленного микрорайона началась в селе Пухой. Мы приветствуем данный проект, он очень важен для нашего села. В скором времени будут газифицированы 12 домовладений. В Пухое порядка 80% населения имеют доступ к газу, но есть несколько микрорайонов, где газопровода нет. Именно там сейчас и идут работы. Будут газифицированы две улицы. Напомним, в этом году «Молдовагаз» существенно расширил программу газификации населенных пунктов страны, выделив дополнительно десятки миллионов леев. В 2021 году программу планируется расширить.